сколько здесь уже? 3 сентября. Живете в палатке? Живем в палатке. Номера у вас в отеле есть? У нас квартира есть, но она нам не нужна, потому что мы трое суток, четвертые пошли, да, мы живем под версией в палатке. То есть вы храните только ценные вещи в номере, да? Да. Понятно. Исключительно. Может быть, и в душ туда приходим. Договориться и кому-нибудь их на сохранение. Да, можно было. Я вообще думаю, что не стоило снимать квартиру, можно с утра пошел, как это обычно бывает, в парке умылся, хорошо, а обратно уснул. Что самое сложное было за эти дни? Наверное, понять, кто за кем стоит, потому что какая-то система франшизы, у кого-то не было, кто-то был, кто-то позже. В смысле, очередность? Да, очередность, да. И... Просто было дело в том, что мы пришли, и сначала франки все сидели на ступеньках, в общей куче, и палатки были сложные, навалены. Народ ночевал в спальниках и не в палатках. То есть они между собой как бы договорились? Они договорились, палатки только стали разбиваться, когда поставился кордон, соответственно, очередь была. Вот, они уже потом реально помнили, кто когда приходил, кто ночевал, и уже знали очередность в очереди, поэтому даже нашу палатку передвинули вперед. Были конфликты, да, на этом? Ну, так скажем, не без этого. Вине, просто кто-то хотел надвинуть место, кто не ночевал, а на самом деле... Потом ребята французы за нас вступились. То есть там реально держится очередь, и они честно сидят. А сейчас в палатках находится, ну, мы примерно прочитали, порядка 100 человек. А сколько русских из них? Немного, на самом деле, на самом деле, наверное, человек 20. Писали, что около 30. Ну, вместе с Украиной, там. Да, около 30 человек. Ну, вот сейчас не все доехали, на самом деле, еще всех, кого вот... Мы некоторых еще ждем, тоже у нас их билеты. Я очень жду Андрея, у которого мой билет. Андрей, пожалуйста, если ты смотришь. Мы тоже тебя очень ждем, еще снится. Я очень хочу свой билет. Вот новости именно касательно концерта, что-то необычное, ничего не... Ну, мы слышали, что сиськи будут. Ура! Все-таки вот те самые, да? Сиськи рулят. На декорации, которые были засвечены. Надеюсь, что их накачали. То есть вы хотите, чтобы они немножко потянули, да? Я понял. Мы не знаем, в каком это будет виде, но говорят, что как бы это реально был не фейк. А по поводу закрытия сайта Millennet и, собственно, его открытия, что-то... Прояснилось ли что-то? Да. Ну, то, что я... Это не Миллен. То, что я знаю последнее по поводу Миллионета, что администратор, вот главный Миллионета, сам принял такое решение о том, чтобы сайт этот закрыть. Как бы и Милена к этому вообще совершенно не причастна была ни в каком. Ну, это понятно. А открывать они его собираются? Вроде как они его собираются открывать с другим администратором. Я дождалась его. Мы сейчас будем смотреть, как уезжает Милена.